Всем привет! Сегодня мы рассмотрим зарядник для аккумулятора от компании Foxur. Он поставляется вот такой вот коробочке. Здесь сбоку написано модель FBC1206D. И у нас имеется инструкция на нескольких языках, включая русских. 6-амперный зарядник. И чем примечателен он, можно восстанавливать батареи. Вот сейчас у меня стоит батарея, которую я снял с Honda. Она сегодня села полностью, хотя, в принципе, это хорошая фирма Президент. Не знаю, в чем была причина. Заряд шел, генератор проверил. Она считается не обслуженной, но я все равно вскрыл его, чтобы просмотреть электролит. Все там на месте, уровень есть. Значит, поставил я его в режим восстановления и желательно 16 часов в этом режиме продержать. Здесь у нас есть кнопка переключения режима, то есть обычный идет заряд для автомобильного аккумулятора. Он показывает периодически, вот смотрите, на сколько процентов заряжен, сколько ампер сейчас идет, вольтаж. Второй режим — это у нас AGM батареи, батареи с мотоцикла и опять же восстановление. И он импульсами подает напряжение, ток для восстановления. Конечно же, посмотрим, будет с него ток. Я обзор не сразу буду выкидывать. Я поезжу после восстановления на этом аккумуляторе некоторое время и после сниму результат. Будет ли с этого ток какой-то, потому что если один раз сел аккумулятор, то, скорее всего, уже с него толку не будет. Он теряет емкость таким образом. В общем, запись буду вести уже где-то хотя бы через месяц. Ребят, купила новый аккумулятор в итоге через неделю. Я не скажу, что это плохое зарядное устройство, оно хорошее. Просто качество аккумуляторов сейчас низкое. Даже вот этот поставил, если на 2 года хватит, то хорошо. Так что будет вопрос, задавайте в комментариях. Всем пока.